Республиканская рабочая группа из числа представителей местных акимиатов Министерства по поддержке Махали и семьи ознакомилась с состоянием дел Самаркандской области для оказания адресной помощи семьям, живущим в сложных условиях, а также обеспечения их занятости. Рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства по поддержке Махали и семьи, областные и районные отделы и сотрудники местной администрации, первым делом изучили состояние реального положения дел Самаркандского района. Основная цель – поддержка малообеспеченных семей, которые находятся на территории со сложной социально-экономической ситуацией, а также помощь семьям, которые находятся на грани бедности, обеспечение жильем и создание условий для предпринимательской деятельности. В Самаркандском районе в общей сложности расположились 74 махали. В них проживает 2248 малообеспеченных семей. В целях создания благоприятных условий для этой категории населения, обеспечения занятости, повышения их доходов, мы провели ряд мероприятий. В частности, по направлению сельского хозяйства организовали кооперацию пустующих земель, которые выделяются таким семьям с целью повышения их благосостояния. В Самаркандском районе рабочая группа посетила жителей махали Раджабин, а в частности дом Камила Набиева. Волею судеб, основная часть этой семьи непригодна к социально полезному труду. Из-за физических и материальных сложностей они не могут заниматься ни приусадебным участком, ни ремонтом своего дома. Это говорит о том, что сход граждан Махали Окмачит всегда заботится о малообеспеченных семьях своего района. Повсеместно облагораживаются махали. А это, как известно, начинается с благоустроенной улицы и домов. Особое значение уделяется помощи населению в облагораживании их участков и домов. Жители радуются этим обновлением и преобразованием. И, конечно же, будут поддерживать порядок и чистоту. Вместе с этим республиканская рабочая группа посетила еще один адрес и ознакомилась с условиями проживания. И здесь же свою лепту в ремонт дома и выращиванию агрокультур внесла махаля. В результате этих работ благоустраиваются районы, улицы и махали. Оказывается, посильная помощь нуждающимся в ней, что в свою очередь положительно отражается на социально-экономическом положении населения.